Планета обезьян! Приветствую тебя! С тобой обезьяна Геннадий! Собственно говоря, лучшая игра в мире. Если честно, мне кажется, что это игра проклятая. А почему музыка такая диско? Они, ну, думают, что мы не будем наслаждаться этим саундтреком? В смысле, на полную? Я жду новый трек от Славы Мерлу. Режим поиска планеты активирован. Вот люди обленились, они даже планеты самостоятельно искать не хотят. Нормально. Мы с Земли прилетели на Землю. Классно в атмосферу, кстати, заходим. По-моему, с кайфом. Субтитры появились, спасибо. То есть мы за 6 секунд вошли в атмосферу Земли. За 6 секунд. Да мы сдохнуть должны были все вместе. Да за шо? Он мертв. Здесь небезопасно. Мы должны покинуть корабль сейчас. Вот эта заставка, конечно, супер длинная. Можно как-то уже поиграть, пожалуйста, я понял. Система навигации корабля не смогла определить наше местоположение. Ну, посадила нас туда. То есть она такая, я определила, куда можно посадить, сажаемся. А где мы? Не знаю. Что это такое? Что такое? Что это? Мохнатый X, я понял. Знаменитый. Мне так нравится, как для груди у нее особые два отдела сделали. И у нее на левой груди этот, как его, NASA написано, на правой груди Америка. Надо было еще сюда Mountain View добавить и кириешки. Что это? Большие черные шпаги какие-то, да? Причем здесь были огромные палки какие-то из неба. И сядет с карабинами бегал. Мужик умер. Он не перепрыгнул. Два мужика не перепрыгнули через яму. Как вы дожили до такого возраста преклонного? Ляма кака едет. Смотри какая с карабином. Та ты шо? Все, вы уничтожили сисястую. Та за что? Софи. У нее есть другой на стороне, вот поэтому она тебе не ответила. Она смс-ки писала. Лет-центр. Какой лет-центр? Ты кто? Ну вы его еще, сука, из другого города послали идти. Пока макак опять дойдет, уже пол игры пройдет. Что происходит? Дайте поиграть мужику в юбке. Много дало нам, кстати, для понимания ситуации. Подошел какой-то мужик, посмотрел в нашу камеру и ушел. А что я... Голова. Голова, да ты шо? Вот это понеслась. Нет нужных вещей. А трусы тебе не нужны? Ну снимай тогда... Ага. Как у тебя голова сквозь решетку пролазит? Если у тебя башка сквозь решетку пролазит, то ты весь сможешь вылезти. Что тебе надо? Что ты делаешь? Так там можно и человеку пролезть, собственно говоря. Ой, хорошо, ля. Ля! Вот это тема, вот это похлебка. Спасибо тебе, бородатый мужик, ты просто лучший. Как мне взять-то теперь его? Карта-ключ. Просто карточка с рисунком ключа, насколько я понимаю, да? Макаки потому что умные, они умом все делают. Иди в медцентр, друг. Эта вещь тут не поможет. Я с собой баланду взять не могу, в чем проблема? Никто нас не заметит, потому что макаки до камер не додумались, да, насколько я понимаю? Решетки придумали, автоматы придумали, а камеру, чтобы следить за заключенными, не придумали. Ну, это сильно. А, аптечка сюда. Просто лежит в тюрьме аптечка, почему бы и нет? И у меня сумка есть для того, чтобы в эту аптечку все положить. Что это такое? Это типа план эвакуации или это можно украсть? Потому что мы с тобой находимся на враждебной планете, на планете обезьян, понимаешь, тут все должно пригодиться. Я до сих пор не понимаю, зачем, почему с собой похлебку не взял. Она пожрать прибьет, потом для какой здоровый, да? Шкафина огромная, ну по-любому он жрать захочет через несколько минут. Ну блин, вот я не взял похлебку и умер от голода. Это, видимо, карта должна, да, мне показывать, куда я должен попасть и где я сейчас нахожусь, да? Медцентр? Да ты шо? Ай-яй-яй-яй-яй, крысы в медцентре, ай, антисанитария. Был бы я Елена Летучий, я бы эти видео не записывал, потому что я Елена Летучая, зачем мне видео записывать, я ж какая, да? Не, ну конечно, может быть, я видосы сам с собой записывал. Что мне сделать? Мне превратиться в крысу? А, я прыгать умею, прикол. Я только сейчас понял, я 10 минут играю в эту игру, я только понял, что в ней можно прыгать. Где макака-то, япона ма... Вот он мне показывает, что вон там макака, где макака? Что? Блин, беда, ой, беда. Побеги! Оп, нажми. Ура, победа! Что я сделал? Что я нажал? Меня макака съест сейчас, беда. Так врач стоит передо мной, он меня не заметил, что ли? Нахрена мне 20 лет показывают дебильную катсцену, как ходит врач? Вот оно, вот оно. Так, вставай, блин, мужик, нам валить надо. Просыпайся. Что делать мне надо? У меня есть какие-то задачи на сегодня. Просто ужас. Да капец, да, на холодном полу лежит, голышом. Ну, дурачок, детей не будет у него от макак. Так, подожди, вот это забираю, да, это мне. Скальпель. А если я сейчас убью всех? Что происходит? Я не понимаю! Чё? А-а-а! Макака! А-а-а! Порежу тебя сейчас! А-а-а! Макака! Это не время это делать! Обманул макак чисто умом. Да как не время это делать? Это макака! Отстань! Отстань, макака! Да камон! Отвали, макака! Да как зайди ты в дверь? Да зайди ты в дверь! Он мне просто пяткой задалбливает нахрен. Чел исчез, потому что ему, видимо, в тюрьму нельзя. Мне еще так нравятся мои трусы. У меня как будто там, знаешь, вот такого вот, типа, два глаза и два клыка каких-то, да? Как будто у меня жопа может жрать. Да не надо, не пей!
Я умер. Теперь я умер. А, я умер, да? Кон игры. Жрать хочу. Чё ты лупишь? Алё, давай раз на раз. Ух ты, гадкий человек. Почему я гадкий? Типа то, что я жрать прошу? Ключ карты, кстати, вон, классная карта, мне нравится, это моя любимая. Да я понял, да ты не убери ты записку дебильную, возьми ключ. Я до сих пор не понял, на кой ляд мне скальпель нужен. Я что, типа скальпелем буду решетку железную отпиливать? Скальпелем, но мне делать больше нечего, да? Я, помнишь, аптечка была, я забыл про нее. Моя жизнь уже максимальна, спасибо. Максимально насыщенная и радостная, насколько я понимаю. Тогда беги ты прямо, что ты делаешь? Мне плевать, я беспредельщик, я гастролер. Я гастролер, я выхожу, мне плевать. Я быдло. Я тебя быдло. Да как ты меня заметил? Почему ты меня заметил? Почему? Как ты меня догоняешь? Отстань от меня. Неожиданно, да? Вот тебе горилла момент. Да не время-то. Да не похрен. Да сука. А я бить тебя могу. На тебя, падла. На, тварина. На. Хорошо, домой. Вот это мне надо. Так, вот это беру. А, сюда аптечка. Это я мину заложил. Сейчас пока когда записки поскользнется, упадет и умрет. Забери. Клуб. Какой клуб? Ночной? Гей-бар, что ли? Какой клуб? Ладно, погнали. Че, макаки, пизды? Забери скальпель. Да что ж ты за дуракан? Возьми скальпель, спасибо. А скальпель я... У меня орет кот сейчас. Оказывается, мой скальпель отлично помогает разрезать вентиляционные шахты. Кто, блядь, мог подумать? У них есть скальпель, который может разрезать нахрен решетки, но нет камер, чтобы смотреть за заключенными, конечно. Макаки, ну вы че? Алло. Че за бред, ля, как мы идем? Лучше следить за своим базаром. Следи за базаром, алло, горилла! Папа! Он с дочкой так общается! Отец Гуна! Завтра же его переведут в местное ментовское отделение, где ему все почки отобьют. А где я сейчас, если я в тюрьме сижу? Какое ментовское? Какие мандрилы? Если ты продолжишь так защищать этих мерзких людей, я сделаю так, чтобы все подумали, что ты вместе с ними заодно. Осуждаю! Нет! Да ты не посмеешь! Он хуже подзаборного пьяницы. И более вонючий, чем немытый бабуин. О, сохранение. Так, я, наверное, без сохранения играть буду. У меня, конечно, тут целый вариант, куда я могу сохранять. Но, наверное, без этого я все-таки пойду. Фильтруй базар, дочурка! Его мандрилы завтра почки отобьют в ментовском отделении. В ментовском отделении! Макаки по сериалам на глухаре, что ли, учились разговаривать? Я не могу понять. Что? Не надо. Ты чё, присел? Ты меня заметил? Как ты меня заметил? На! Ах ты, падла! Помри, тварына! Да хватит бить меня! Алло! А я умер! О, нет! Нет! Это надо заново сейчас! Ты чё? Он сохранил, слава богу! Я ничего не сохранял, но он сохранил! Игра, ты величайшая! Вот игра, она настолько меня сильно переигрывает на самом деле, потому что я сижу, думаю, я умнее тебя, тупая игра, я не буду сохраняться. Он такой, нет, человек тупой, надо сохранить его игру, он сейчас умрет от первой гориллы и будет орать прям перед дверью. Дрова! Ты, конечно, Майк Тайсон, ну у меня клуб зато есть. На! Хватит блочить все мои удары, гнилобас мохнатый! Помри! Так, я его задоджу, короче, что-то меня бесит вот это. Я с кулака заваливал его намного быстрее. Что за бред? Ха-ха! Что ты думал, бишь? Я тебя не переиграл, макака! Макака, иди нахрен, переиграно! Переиграно, дура! Все, обидно, да, обидно, обидно, да, обидно. Ага, здорово, макака, я нажму. Я нажму. Ой, не интересно. Что значит интересно? Нажми на компьютере, на кнопку. Аптека. Заберу. Ага, аптека. Нормально, не дай пусть. Пусти меня, сука! Как я просто с кулака унизила. Подошел к компьютеру, нажимай, неинтересно ему. Ладно, блин, сейчас найдем что-нибудь интересное тогда для чела. Сдохни! Сдохни, гребаная горилла! Отлично. Не, с кулаков разношу намного сильнее, чем с клуба. Здравствуйте, мистер горилла, может быть, вам сзади... Опа! На! На, тварына, на горилла! Отлично. Интересно стало резко? Что мне интересное для тебя найти? На кнопку нажать? На, давай, интересно. А, интересно, кстати, да. Хорошо, что они не слышат мои топтания по вот этой, по решетке. Я своими босыми ногами шлепаю по этой гребаной решетке, и никто меня не слышит. Может, макаки на самом деле, они глухие? И они забирают людей, чтобы воровать у них уши и создавать ушные каналы для себя, да? Не понял. А-а-а, горилла! Сука! Умри! Да помри ты! Да как это? Да я опять умер, да? Я опять заново это... Миссия говна! Ага, да-да-да, 20 раз. Маме расскажешь потом на собрании. Давай, до свидания. Давай, до свидания! Да как вот эти вот эти мемы современные? Нажму. Нажму. Да как не время! Не убей, не убей! Не надо! Не надо! Нет, я первый же ударил!
Сука, тупая горилла! Осуждаю! Поживее бы как-то, как же тут любят хождение в этой игре. Они пол игры потратили на то, чтобы показать мне хождение. Может, они просто научились делать анимацию хождения в катсценке? Ля! Теперь в каждой катсцене будет начинаться с хождения гориллы. Вот это надо. Я на крысичах. Вот там стоит хоть горилла. Она сейчас не заметит, что скрытый голожопый воин. Уже на крысичах подходит и нажимает. Опа! Ха-ха! Не ожидала горилла! Так, а что тут написано? Я почитать могу? Или это на горильем, да? То есть горилле язык я понимаю, а горильное письмо я не понимаю, потому что, ну, это задумка такая, да? Это что за фурибой какой-то? Ладно, не открывается. Да я что-то не горю желанием какого-то фурибоя спасать, если честно. Миллионы воскликнут, типа, как так? За что фурибоя не спасаешь, да? Если честно, что-то как-то не особо горю желанием. Что мне тут делать? Мне фурибойчика спасать надо! Мне для этого гориллу зафигачить с кулаков надо! Я не для этого приехал на эту планету, чтобы спасать фурейных мужиков каких-то. Вот сюда мне надо, да? Блин, горилла! А? Чё? Я ФК! Я вон мне в... Что? Алло! Я двигаться не могу! Я не могу двигаться, это бан. Это смерть. Это... Я не могу, меня в стан макака закинул. Она мне все, мне... Мне дебильная макака сломала мозг, просто я не смог двигаться. Вот я согласен, игра все. Это конец игры. Это конец фильма. Все, все фильмы, которые снимались, они вот эти именно заканчивались. Вот эти вот финальным экраном. Игра все. Попкорн съел, все. Свободен. Спасибо огромное за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, делись эти видео со своими друзьями. Обязательно, чтобы все посмотрели этот фильм. Люди, которые спонсируют мой канал на Клуб Чемпионов. Спасибо огромное этим людям. И всем людям, которые спонсируют мой канал. Вы действительно помогаете каналу. Спасибо вам за это огромное. Если хочешь получать от меня секретные видосы, где больше нет нигде вообще в мире, только вот по ссылкам в описании. Переходи по ним, и там будут секретные видосы. Удачи тебе и пока.